Приветствую всех на канале Авторская Прикормка. И в этом видео я покажу, как приготовить прикормку для лета, для жаркой погоды. И именно в жару, когда бывает даже бесклёвие, именно с этой прикормкой вы не останетесь без улова. И я ее протестировал. Наш канал Авторская Прикормка проверил рецептуру данной прикормки и всегда был с рыбой. Рецепт довольно-таки простой по приготовлению, и каждый сможет повторить и создать эту уникальную авторскую прикормку собственными руками. Для начала нам нужны молотые кукурузные шарики, шоколадные, 50 грамм. Я применял конкретно вот такие. Также брал различных других фирм, разницы никакой не заметил, работает отлично. Теперь добавляем ванилин, 1,5 грамма. Здесь у нас специи 8 грамм мускатного ореха и 10 грамм молотой корицы. Теперь добавляем 150 грамм отрубей. Также лично я добавляю горсть муки для клейкости. Вот так. Муку можно брать гороховую, пшеничную, овсяную. Практически любую, которая у вас есть. Сюда же для увеличения количества объема можно добавить обжаренной молотой овсянки. Также, конечно, можно добавить панировочный сухарь, но прям совсем немного. Грамм 100, не больше. В чем суть данной прикормки? У нее очень сильный выраженный запах. Она мелкофракционная. Создает аппетитное облако, которым рыба не насыщается. Конкретно прикормка работает на ароматику, на привлечение рыбы. Когда рыба и без того не ловится, именно такой прикормкой можно ее привлечь и поймать. Рыба подходит на аромат и именно с аппетитом уже бросается на наживку, либо же насадку на крючке. В этом и есть весь секрет данной прикормки. Она очень легкая и сильно ароматизированная. Летом в жаркую погоду это самое лучшее, что можно применить. Данный объем у меня уйдет буквально за час рыбалки, так что, кто рассчитывает на более длительное время на рыбалке, увеличиваем объем пропорционально всем компонентам. Почему панировочный сухарь желательно, если добавлять, то в очень малом количестве, чтобы не насыщать рыбу. Также эту прикормку можно применить и на течении, немного утяжелив ее различными компонентами, например, молотой кукурузой, либо же грунтом. Каждый рыболов применяет утяжеляющие компоненты, исходя из своих возможностей и то, что может себе позволить и доступно каждому человеку по отдельности. Я же в этом месяце рыбачу на водоемах без течения, либо с очень слабым течением, поэтому данная прикормка для моих рыбалок подойдет идеально и больше здесь ничего придумывать не нужно. Это именно прикормка для жары, для летней погоды. Как всегда, благодарю всех за поддержку, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и увидимся в следующих очень полезных и интересных видео на канале «Авторская прикормка».